Привет, ребята! Привет. У нас появился вот такой вот кролик. И сегодня что мы будем делать? Я не ладомил, то он уже везде пугает по дому. Сейчас мы сделаем вот для этого малыша домик, чтобы он мог гулять по травке и его не съел. Никакой злобный кот, который здесь гуляет, да? Да. Милан, а еще мы будем строить домик. Из сетки? Из вот такой вот, ребят, сетки, она железная, с зеленой обмоткой. Из таких желтых трубок. А для начала нам надо нарезать трубки нужной длины. А для того, чтобы нарезать трубки, у нас есть вот такие вот ножницы. Да. Длина вольера будет 90 на 90 сантиметров. Отрезай. Давай, 5, трубка готова. И еще нам надо сделать 8 таких трубок. А ты будешь резать. Я? Да. А ты бери ту трубку, подкладывай к кончикам. Все, мы нарезали 8 трубок. Милан, на что похожи эти трубки? На мечи. Защищайся! Милан, когда мы были маленькие, мы делали себе, знаешь, из чего мечи? Из веток. Мы брали ветки и обматывали их цветной изолентой. И мы были как будто джедаи из Звездных войн. Вот только, ребят, все время эти палки ломались. А если бы у нас были такие трубки, это было бы гораздо круче. Милан, жаль, что мы маленькие, не знали, что можно купить такие трубки. Защищайся! Ой, мы кисью испугали. Кс-кс-кс. Мы просто играем, сиди к нам. Вот так вот, наелась и пошла дальше гулять. Милаш, мы нарезали горизонтальные трубки, теперь надо нарезать вертикальные. Переворачивай вот эту сетку и подставляй к этой трубке. Будешь резать? Ну тогда я порежу. Смотри, таких коротких трубочек по 50 сантиметров нам понадобится 4 штуки. Ну все, Милан, все трубки готовы? И надо строить домик! Все верно! А соединять трубки мы будем вот такими вот уголками. Милан, смотри, какие они классные! Да. Они похожи на паучков. На таких боевых роботов, да? Давай возвращаться к работе. Бери одну короткую трубку и две длинных. Давай, вставляй, с какой начнешь? Это флаг! Что, флаг пускает? Кролик без домика, что ли, останется? Это флаг, чтобы поставить вот эту. Вот эту? А что у него такой большой домик? Застрял? Вот держи трубку. Поставишь ее, тогда и выпустим. А то собрался тут уйти, не закончив работу. Ну и что, Милан, скажешь? Такой большой получается домик. Ему, кажется, будет там очень хорошо. Что думаешь, понравится кролик? Теперь, Милан, переворачивай ее. Держи. Вставляй эти уголки. Как думаешь, что дальше? Все правильно, длинные трубки.
Ну все, смотри, каркас готов. Теперь самое время обшивать его сеткой. А для этого у нас есть вот такая вот обмоточная проволока. Мне кажется, вот тут сзади ничего нет. Можешь там попробовать выйти. Мила, тебя преследует тюрьма. Ты знаешь, как с этим работать? Да. Тогда вперед, за дело. Смотри, Милан, сейчас надо нам проволокой вот этой привязать решетку к трубке. Готов? Да. Итак, теперь по всей клетке. Мы сейчас займемся, ребят, этим. Ну, а как будет готово, вернемся к вам. Ну все, вольер для кролика готов. Это отличная работа, давай 5. Теперь кролик сможет гулять здесь, и к нему не сможет заползти никакая змея, или на него не нападет кот. Гуляет у нас тут, ребят, один котик, который так и хочет его сцапать. Все, давай поставим на газон. Легкий-легкий такой получился вольер. Теперь кролик сможет гулять и кушать травку, да? Ну все, беги за кроликом. Ну а вы, ребят, пишите в комментариях, понравился вам такой домик для кролика или нет. Вот и кролик идет. А как зовут кролика? Лапонька. Давай я сейчас подниму, а ты его посадишь. Приподнимаем и лапоньку в домик. Во, как у него теперь будет, тут будет много места. Я посажу печлем и попом. Хорошо, неси. Вот, смотрите, ребят, лапонька теперь гуляет сам, и за ним не надо приглядывать. Раньше мы боялись, что его съест кошка или змея. А теперь лапонька может кушать травку, и его никто не съест. Все, ты принес? Ребят, смотрите, какая у лапоньки красивая тарелочка для еды. Только ты думаешь, ему здесь нужна еда? Ну, да. Ты посмотри, вот тут столько травки. Давай, я приподниму, а ты вешай. Кролик очень любопытный, смотрите, уже прискакал смотреть, что же там делается. Лапонька у нас очень любопытный и очень ручной. Ой, вот уже, видите, к милашке поскакал. Ну все, лапонька, поздравляю тебя с новосельем. Теперь сможешь спокойно кушать травку, да? Сколько влезет? Отличная была работа? Да. Я думаю, за это надо что сделать? Поставить лайк. И подписаться на канал. Макиту. Манкиту. Да. До скорых встреч, ребята.